Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Bioshock Infinite, или как он там? Может он какой-нибудь Infinite, в общем, неважно. Надо найти для мастера Линя его инструменты. Некоторым не нравится их роль в Fear Industries, но у каждой твари на земле свое предназначение. Смогли бы фараоны зайти в драку? Если бы евреи не отбирали, куда бы поехали американские паровозы, если бы китайцы не прокладывали рельсы? Уважено! Руками таких, как вы, творится история! Да ладно, откуда? Щит мне портит. Окружай! Это ладно. Тут не сдохнуть можно, точно. Ку-ку. Еще кто-то остался, нет? Кто-нибудь хочет? Я хочу. А вот интересно, можно ли лошадь завести с помощью... Нельзя. И это неправильно. Для чего вообще эта лошадь, если вот такое получается? Нельзя ее использовать, хотя в нее встроен энергетический вот этот шар, который в прошлые времена можно было электрическим шоком запустить. Так, ну походу в трущобы. Пулемет? А, не-не-не. А теперь-то можно зайти? А раньше-то нельзя было. Что это такое? Потянуть рычаг. Хочешь спросить, спрашивай. О чем? О пальце. Я не... Да ладно. Для меня это такая же загадка. Может, Славий знает, но он не говорит. Прости. За что? Мое уродство отлично скрывает стильный наперсток. Говорят, в Париже сейчас все такие носят. Не знаю. Не бывал. Там сейчас все носят эти. Каких? Паранджу. Вот это что? Ручной пушки. Ручная пушка. Они называют это ручной пушкой. Так, плюсы, 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 это не надо. Подержи у себя. Деньги будут. Подержу. Монетка. Теперь молись. Вставайся. Стреляйте. Не уйдешь. Ой-ой-ой! Я его пустил! Я тебя прикончу! Ничего нет! Какой ты вообще... Патроны, Букер! Трудно пробиваем. Только что ничего не было, и вдруг на тебе патроны нашлись. Так, 8 из 10. Нет, 8 в оружии и 10. Итого 18. Это не берется, это не нужно. Ну как-то пробились же. Смогли же. Можем же. Же. Можем. А назад уже... Нет, можно, да? О, отлично. Ты. Вот где? Для пистолета не надо, а для ручной пушки можно.
Все, спасибо. До свидания. Укрытие. Так ли оно надо? Там еще была автоматическая пушка. Так ли она была надо? А вот вверху был этот самый... Стоп, там что, крюк? Крюк. Открой! Сейчас. Чего нарет? Все ж нормально, прошли же, все в порядке. Все живы-здоровы. Как бы туда еще запрыгнуть, на этот крюк? Я буду здесь. Гранатомет. Ладно. Берем гранатомет. А вдруг пригодится? Теперь вопрос, откуда мы вышли? Отсюда же, да? Найти инструменты. Как их доставить? То есть инструмент это будет небольшой ящичек? Или там целые станки должны быть классные? А что это такое? А как это взять? А как это открыть? Что такое? Колумбия полиция. А, понял. Очень интересно. Отмычка. Прекрасно. Обратно в лифт. Ну, конечно. Куда же еще? Нет, серьезно, я хочу вот это открыть. Как это открыть? Какая-то кнопка есть специальная. Кнопка. Что-нибудь. Там он какой-то лежит, энергетик новый модный. Я думаю, на обратном пути нам дадут это все подобрать. Или, не знаю. Все, понеслась. Покидаем район, идем дальше. Пуш. Somebody push me to I can get my satisfaction. Бенни Бенасси. Ты, наверное, считаешь меня чокнутой. Да, у тебя девушка, которая оживляет рукав. Единственный друг которой это огромная птица. Наверное, я смешна. Тебе просто не повезло. Я ни за что не вернусь в башню, что бы ни случилось. Они от тебя не отстанут. Почему? Что я им сделала? Ты их пугаешь. Хорошо. Меня другое смущает. Мы сейчас находимся в параллельном мире. То есть не в том, из которого они родом. Братья, они морят вас голодом. Чтобы вы не возражали, только просили. Они не дают вам учиться, чтобы вы не придумали ничего лишнего. Такие из-за Финка? Может, Дейзи права? Что хочет с ним поквитаться? Пусть сначала вернет нам долг. С нас пушки, с нее корабль. Можно сразу пойти в отделение полиции. Или сначала заглянуть в тот бар. Что сначала скажешь? В бар, конечно. Так, это а что ну это отойди. Такое? Че? Варюга, ублюдок! Ай, да ладно! Суда и следствие. Началось. Шел, никого не трогал. Нет, на тебе. Отлично. Вот я их не трогал, ты же видел. Эй, ты, уголек, видел? Походу в бар лучше не идти уже. А с другой стороны, что нам там может навредить? Ты труп. Отмычка. Вот, пожалуйста, почему тут секрет какой-нибудь не положить? Будет по тебе горевать. Это да. Тут ничего нету. Ну как же ничего, вот же. У них есть паровозы. Здрасте. А чё вы не атакуете? Особенно ты. Не, ну ладно. Старый мореход!
Так, это нам не нужно. А вот это нам нужно. Нам надо для... Вот это. Для вот это. А у нас все уже забито. Отлично. Ой, что это он делает? Специальная блевальная бочка. Классно же. Что нам скажет бармен? Бармен? Я что, я ничего не делаю. Все нормально. Все в порядке. Так и стой. Молодец. Там полиция придет, ты разберись. Ты кто такой? Заметьте, мы ничего не берем. Привет. Гитара. Жаль, что я не умею играть. Это было бы повеселее. Запертый ящик надо найти какой-то. Опустившись на самое дно, ты начинаешь Гитара. Видеть, откуда, у чего ноги растут. Я заглянула в недра города и поняла, что там клокочет огонь. Только вот у огня не было рта. Зато у Дейзи, у нее рот широкий. Хватит на все огни Колумбии. Чё? А ну. Ну-ка, ну-ка. Он играет, просто музыки не слышно, потому что... Музыка сделана потише. Нам вернуться, она даже поет. Суждено ли к нашим близким навсегда? Ждет ли нас приют последний в небесах? В небесах. Ну, не знаю. Английской озвучки я не слышал, но это впечатляет. Однозначно. Может, даже лучше, чем их родная английская. А, какая она там, американская? Еще отмычка. Слушайте, какой-то ящик надо найти. Запертый. Локсмит. Ой, дохлая крыска. Что-то из этого тянет на запертый ящик. Ну, тянет, но непонятно что. Запертый ящик. Я тут не вижу запертого ящика, вот в принципе. Да не буду тебя убивать, зачем ты мне сдался? Хотя, может, у него где-то этот самый ящик и есть. Нож. С чего бы он так торчал? Я вижу ваше светлое будущее. Финктоне, ага. Так, что-то про ручную пушку есть. Дробовик. Да ладно. По-моему, вот этих ребят тут не было. Буквально перед этим. Одна. Одна что? Что это было? Ты одна? Нет? Может, это запертые ящики есть вот эта штука? Да. Пойди ж узнай теперь, куда идти и что делать. Пошли давай. Что скажешь, страшная девочка? Царапины не осталось. Я вижу разрыв. Круто. Я не понимаю. Так, не-не-не, пошли. Почему к разрыву. А то не вернемся сейчас еще. С другими. Как животные. В мире под нами такое происходит сплошь и рядом. Еды! Да, просто как при Вунда дни. В
Картошку прям сырую едят. Круто же. Так, ключ есть, запертого ящика нет. Так нечестно. Давайте уточним, откуда мы сюда заходили, чтобы уже не возвращаться. Бар, кладбище. Так, мы там были. Походу, мы, наверное, отсюда и пришли. Да. Хочу есть, помогите. Ну, даже не знаю. У нас ничего нет. Кроме денег. Вот же, выпить вино. Вот крыса есть. Чего бы не взять-то? И не съесть-то, а? Так, а поверху идти что будет? Тупичокс. Ну, значит, все правильно по низу. Что она увидела? Что это? Это... трущобы все такие. Какие-то бразильские фавелы. Пожалуйста, гитара. Но сейчас он играть не будет уже. По все. Это вот что такое? Конфисковано по распоряжению полиции Колумбии пособник народник. В смысле? То есть еда заперта... Ах, вот как. Конфискованы помидоры, что ли? Виновен агитатор. А можно их как-то, ну, отпустить? Тоже нельзя. Ну, что-то же он жрет. Классно же. Новинка. Чё-то я не понял темы, ну ладно. Ботинки чего-то там, и мы их просто забрали. Букер, там склад. Чтобы достать инструменты, придется прорываться с боем. Так, это наши или не наши? Какие-то основатели. Нарушитель! Понял. Не наши. Прикройте! Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Чё ж вы молчали, что там такая веселая штука? Ой. Ёшки-матрёшки. Там вот есть крюки, и они нужны для чего-то. Ай! Да пошутил я! Всё, всё! Кошмар. Так. А теперь... Вот сейчас они все у нас получат. Кого там убить? Я тебя сейчас убью. Как по-доброму-то? Огонь!
Надо! А ё-моё! Свободен. Берегись, патриот! Какой патриот? Где патриот? Ага. Это зря. Семь патронов, последние. Шпуньк. Свободно. А, там еще бегает какой-то козел. Два козла. А где ты там с своими патронами? Патроны давай! Где она? А-а-а. Нет боеприпасов, ну нет и врагов, так что и ладно. А вот ты где. Патроны даешь? Нет. Не сегодня. Какой кошмар. Ну, пробились. Ладно. Ой, больно-то как? И чё вы так? Не надо. Отсюда мы зашли, правильно? Да, отсюда зашли. Чтобы забрать инструменты этого самого мастера Ченя. 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 А, Ченя. Ну да. О, как бы, а где они, эти ваши инструменты? Чё, понять, куда мы летим? Промашка вышла. А не обзывайся. Давай патроны. Отлично. Ой-ой-ой. Как насчет перезарядиться? Больше ничего нет. Это да. Ой-ой-ой-ой-ой. Кошмар. Сейчас бы здоровье да пополнить как-то. Здоровье пополнишь? Нет. Придется на сахарной вате. А во, медикаменты. Во, другое дело. Че ж ты молчала, что у тебя такое тут вот есть? Так, какие-нибудь секретные места тут? Вот, например, вот эта закрытая дверь, она может быть вполне секретным местом, но может и нет. Ты можешь открыть этот замок? Серьезно? Вот этот старый замочек? Замочек. Готово. Ну так вперед. Покидаем район. Ну хорошо. Надеюсь, тут будет маленькое какое-то здание, в котором мы всех сейчас
полицейском складе вынесем и быстренько вернем, что надо, кому надо. Что-то чувствую, что совсем не маленькое будет здание. Хорошо, полиция Колумбии. Погодите. Что у них тут? Вот какой-то супер чудесный пулемет. А может его взять и взять попробовать? Даже не знаю. Столько глупая вещь, что даже и трогать не хочу. Что такое? Так, что тут у нас пишут? Показывают. Фицрой найдено. Что? Дейзи Фицрой, подлый лидер Гласа Народа, схвачен? Подлый лидер Гласа Народа. Все испуганы. Какой ужас. Великий пророк предвидел ее кончину. А убита? Только он сможет защитить нас. Пророк наш. Понятно. Только пророк. Дадок. Так, ну и чё? Голову оторву. Окружай. Укрытие. Ну, открывай. Продолжайте стрелять. Где он? Проучитель. Великий проучитель. Колумбии! О, нет, 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 нет. Моя цель истинна, ибо я глаза пророка. Кошмар какой-то. Так, что еще где-то взять можно? Секретные закрытые ящики, которые нам надо было найти. Тут хочешь не хочешь, надо идти вниз. Еще раз, тут мы были? Не то чтобы были, мы отсюда и... Открой! Пожалуйста. Расстрел. А, нет, не надо. Отсюда пришли, правильно? Остановить его! Да кто ты такой? Ну, как-то так. Уж не тот ли это закрытый сундук? Чего нам тут? Щит, по сути, последний, 10 уровень щита. То, что доктор прописал. Это да. Работа отдельно, личная жизнь отдельно. Мне платят за то, чтобы я ненавидел народников. Но что такого в том, чтобы пропустить с людьми Фицрой по стаканчику? Когда с ними в ночной смене сидишь, они обычные парни. Похоже, я хватил лишку. Вышел оттуда, ключа от сейфа с уликами нет. Если Шмидт узнает, ох, что будет. Сейф с уликами, это вот у них сундук называется сейф с уликами. Ну так все ж классно. Открыто же. Полиция Колумбии, ага. Это что, это душевая камера, где моют заключенных. Ну хорошо, тут мы вроде как разобрались. Еще раз смотрим, нет ли еще какого-нибудь чудо-сейфа. Ну все ж точно. Никаких больше сейфов незаметно. Что там такое? Сейф? Какие там сейф? А, не, она смотрела на портрет. Медикаменты пока не нужно. Тут что было? Ой. Иди открывай. Ты можешь открыть этот замок?
Это я в два счета открою. О! Прошу. Так, что теперь нам? Ну, тут уже все. Наверное, по здоровью надо развивать персонажа. Снаряжение. Брюки опасный, больной. Дальность рукопашной атаки X3. Да, по-моему, вообще не надо. Так, это что такое? Нет, мы это, наверное, брать не будем. Карабин тем более. Это вообще ненужная вещь. С моей точки зрения, конечно. Потому что я просто не понял, как им четко стрелять. Это может быть. Так, теперь вниз. А вот и инструменты. Теперь только нужно доставить их к глазу народа. Ничего себе. Получим свой дирижабль. Что такое? Иди и открывай замок. Можешь это открыть? Какая ерунда. Готово. 12 отмычек. О, это можно все открыть просто. Все открыть. Отойди, а не мешай. Мы помогаем, доставая оружие для глаза народа. Мы помогаем себе. Дейзи ведь может все изменить. Помочь этим людям. Ага. Да прольется кровь основателей. Ну, как бы... Ну, да. Подержи у себя. Лови. Тиньк. Чё-то даже я не знаю. Вот это инструмент. Мы точно не сможем унести все это назад в мастерскую. О. Кажется, мы не до конца продумали наш гениальный план. Ну вот точно. Что это? Похоже на разрыв. А за ним другой вариант этой комнаты, где нет инструментов. И? Ну раз их здесь нет, значит... Значит, они должны быть в мастерской. Букер, если мы войдем в разрыв, вернуться уже не получится. Ты уверен, что готов? Давай, открывай. Давай. Ну? Что-то изменилось. Я думаю. Так, теперь вернемся к оружейнику и закончим все это. Пора уже сесть на дирижабль и свалить отсюда. Хорошая идея. Если глаз получит оружие, начнется революция. Все эти люди обретут новую жизнь. Ага. Чуть я не уверен. Знаешь, каково в лесу перед пожаром? Между деревьями мечутся белки, опоссумы и прочая мелочь. Обгоняя первые языки пламени, они уже чуют, что грядет. Но толстые медведи, объевшиеся медом, что расшевелит их? Что выведет из послеобеденной спячки? Мы отправляемся в Эмпорию и посмотрим, можно ли хоть чем-нибудь пронять здешних толстосумов. Ощущаешь, как эти люди слушают Дейзи? Все еще можно изменить. Мы можем все изменить. Я не хочу в этом участвовать. Получим дирижабль и улетим отсюда. Но только одна из них моя. У меня другой вопрос. Вот они сейчас меняют мир уже второй раз. Зашли в другой мир. Это другой мир. Тут все по-другому может быть. В этом мире, может быть, этот Девит и не должен там где-то там кому-то. Или там, скажем, вообще нету, скажем, ну, Америки. Людей-ка так не очень миры-то менять, ведь. Они ж не знают наверняка, что там в другом мире не так. Кошмар какой-то. Так, где выход-то? Это что? Это мины, что ли? Это вообще законно вот так вот мины раскидывать? Ну хорошо, покидаем район, смотрим, что там дальше. Это возвращаемся обратно в трущобы.
Зелененький типа наш. Окей. Черти что? Я что-нибудь найду. Это да. Ё-моё! Ну, надеюсь, все уже. По крайней мере, выстрелы прекратились. Кто еще? Тут все так, как и было. Ничего нового. Наши? Ты же Букер Дэвид. Народный герой. Да ладно. Да что они несут? Посмотри на плакат. Дэвид, мученик революции. Я помню. Я вел бунтовщиков. Я и Слейд. Мы сожгли зал героев. Букер. Голова трещит. Две памяти в одном мозгу. Букер. Букер, очнись. А потом улетим отсюда на первой леди. Идем. Чего? Как это умер? Да вот он, я тут, алло. Я даже не знаю, что делать-то надо. Нам точно надо покидать район? Давайте уточним. Эй, скажи что-то. По-моему, уже все параллельно. Почему бы просто было не переместиться в другой мир, где дирижабль стоит на месте? Ну, так вот. Все, валим отсюда. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. С другой стороны, несмотря на вот такое вот перескакивание между мирами, мне кажется, все равно тут никакого выбора-то и нет. Ты стал мучеником. Этим людям нужен герой получше. Если вдуматься, Комсток и Фицрой отличаются только именами. То есть он в этом умере умер, мире умер, но теперь он сюда переместился. И я не знаю, что творится вообще, какой-то черти что. Ой. Как-то слишком закручено все. Я тебя лично прикончу. Давайте мы, наверное, вот это все продолжим в следующем эпизоде. Разорвите его на куски! А, да.
Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А чё бы и нет. До новых встреч.